Всем привет! Сегодня среда, и мы с ребенком съездили в магазин. Что мы купили и какие цены, я вам сейчас покажу и расскажу. Что же мы купили? Пакет вот стоит. Что же мы купили? Круассаны. Так, это у нас бекон свиной. Ну, это для, скорее всего, что для яишенки. Для яичницы. И что хорошо, мне нравится, что очень мало жира. Мало жира. Так. Купили вот такой к чаю пирог. Мне что-то захотелось вишней, а сын говорит, здесь больше начинки. И хочу с яйцом. Ну, что, уступила. Купили с яйцом. Так, тень падает, да? Чебуреки. Ребенок купил чебуреки. И представляете, я по второму, когда кругу пошла, ну, то не по второму, просто пошла за чаем, и вот что-то мне захотелось чебуреков с чаем. И я купила себе, и выяснилось, что у нас уже две пачки. То есть это моя, это ребенка. Вот сейчас ничего не приготовлено, я разогрею и будем пить чай с чебуреками. Йогурт. Есть второй-то йогурт? Нет, этого нету. Вот такой йогурт. А, кстати, да, есть вот такой второй йогурт. И вот такой еще один йогурт. Ой, подождите, вот. Еще один йогурт. Йогурт на этом кончились. Вот это йогурты вологодские. Это йогурты шекснинские. Ну и дозировка, естественно, больше. Сейчас цены все найду, чек. Сын захотел батончиков, а мне понравились вот такие конфетки. Они наподобие цитрона, но называются лимоны, стоят дешевле. Покупали свежие. Меня прервал телефонный звонок. Позвонили по работе, и вот... Минут на 10 обсудили всякие насущные вопросы. Ну, пойдем дальше. То есть йогурты вологодские, шекснинские. Шоколадка. Ну, говорю, зачем? В дорогу, в поезд. У нас новости, но о них я расскажу завтра. Значит, что у нас это? Даже не знала, не покупала. Балык. Балык свиной. Я так думаю, что это или в поезд, или в Питер. А, два. Балыка два. Купила ветчины в нарезку. 10 штучек для бутербродов. Всегда почти берем. Ребенок захотел помидор. Вот это сливовидные, они для яичницы. А вот эти розовые, ароматные. Они для... Тут они не розовые, а по факту они такие более темные. Они для салата. Потом мне для тостов вот опять я купила. Покупаю, но не успеваю есть. То есть, когда я отлучаюсь на день, это все съедается. Вот. Очень вкусные батоны нравятся. Вот такие с маком. Их печет Макси само. Называется плетенка с маком. Так, дальше. Захотелось творога. Завтра себе утром возьму великоустюгского творога на работу. Это мне на раз и Асе поесть на раз. Вот такой. Молоко. Молоко. 3,2. Наше вологодское. Ребенок себе купил шаума. Шаума, шампунь. Для мужчин. Сказал, что он таким моется. Так, купил дызик. Вот мне нравится шоколадный запах. Кстати, это не шоколадный. Надеюсь, что шоколадный. И мне понравится. Потому что сильно очень душится. И вот такой дезодорант купил. Сейчас тоже понюхаю. Вот этот пахнет хвоей.
Мне не очень. Ну что, и вот еще уже открыл. Это по акции русский, думаю, по акции русский, да. Сейчас расскажу про цены. Значит, дезодорант, спрей. Вот этот. Вот. Стоит 145 рублей, а другой 154, то есть два. Вот эти 154, это 145. Так, вот, еще не все. Значит, еще не все. Мыло. Иногда покупаю вот такое мыло. Вот такое мыло купила. Лимон. Оно стоит 26 рублей. Иногда хочется помыть, знаете, так. Вот о чем я говорила. Опять один мне, другой ребенку. Не успеваем, потому что. Так, шампунь стоит 144. Вот, кстати, шампунь стоит 144. Пятерочки сегодня видела за 174. Молока у нас тоже 2. Это просто стояло в моей дамской сумочке. Все, больше ней ничего нету. Так. Шампунь, творог стоит. Творог 60 рублей. 60 рублей. Дальше. Так не вижу. Да что мелко. Йогурт. Стакан. Который у нас 60. Значит, вот эти йогурт стоят по 60 рублей. Все ведь вру. Это 60 творог стоит. Вот так мелко напишут. Посмотрите, как мелко. Мелко. Так, молоко стоит. Волокжанка 3,2. 45. Йогурты стоят. Фруктовые. Молочные 24. Ну, 23 с копейками. Пакет 5,50. Квас 61. Ветчину мы купили на 183 рубля. Батончики 57. 67. Дальше круассаны стоят 114. А что такие круассаны дорогие? Почему они такие дорогие? Это большая или почему? Почему они такие дорогие? Балык свиной по 80 рублей. Сырокопченый бекон 109. Томаты розовые 55. 55, где они 55? Эти 45, сливовые 45. Так, пирог с яйцом 74. Так. Плетенка с маком 35. Хлеб тостовый по 35, причем у них одинаковая цена хлеба, одинаковая. Что вот у этих двух? То батона одинаковая цена, но вкусы разные. Потом лимоны, вот это, которые мягонькие, вкусненькие, сейчас покажу, какие они внутри. 50 рублей. Йогурт шекснинский по 30 рублей. Вот этот йогурт шекснинский по 30. Кстати, смотрите, у нас вишня, и тут вишня, 5 вишен. И Аленка. Шоколад, наверное, по акции. Ничего подобного. 75 рублей. Не по акции. Так, сейчас покажу, какие конфеты внутри. Они такие, ну, знаете, по коже. На лимонные. Это не мягонькие, вот видите, мягонькие, прямо мягонькие, такие желтенькие. Ой, вот даже и не могу раскрыть, потому что они вот такие, видите,
Чуть-чуть тянутся. О. А, такие. Ой, вот. Ну что наделала? Ну что вот наделала? Клубки сладкие. Вкусная конфета. Ну что, и все. И все. Общий сейчас чек на сумму 1993. Ну, так. А есть как бы нечем. Что-то мы купили много, конечно, хлеба. Много хлеба. Один хлеб. Чебуреки хлеб, тут хлеб. Тут хлеб, тут хлеб. Ну ладно, все. Будем кушать, будем ужинать. Всем пока-пока.